Всем доброго времени суток. Ну, как всегда, с сыном приехали вчера в районе 18:30. И как уже писал, через час примерно карп начал брать. И берет, в принципе, до сих пор активно. Поклевки идут одна за одной. Вся рыба поймана абсолютно на кукурузу. Две кукурузины и все. Больше ничего его еще не интересует. Ночью ставили на сама, на осетра, но поклевок не было. В районе часа ночи, как уже сын говорил, случилась поклевка, которая принесла нам море эмоций, море удовольствий. 54 минуты борьбы, но в итоге мы так и не увидели, кто это был и что это было. То есть мы сейчас находимся возле шестого домика, да, утащил у нас вон до самой глины, потом обратно сюда притащил, и в итоге возле второго домика мы получили обрыв. К сожалению, не удалось даже посмотреть, что за рыбина была, но все равно эмоции через край. Приезжайте, ловите, рыба клюет, вот такие красавцы попадаются. Поэтому рыбы полно. Приезжайте еще, ждем вас. Да, с удовольствием.